Чего Муз-9? Их работа — вдохновлять людей. Каллиопа отвечает за эпос и прозу, Эвтерпа за лирику, Мельпомена за трагедию, Талия за комедию, Эрато за любовные стихи, Полигимния забыл. Да ладно, дальше. Вспомнил. За гимны Терпсихора за танцы и балет, Клео за историю, а последняя — Урания за астрономию. Вот. Что все это значит? Это значит, что мне придется лететь срочно на Уран на встречу с музой астрономии. Неуютное местечко. А вы тут тоже без дела не сидите. Вот вам задание. Добрый день, ночь. Я Лёлик с планеты Барбарелла. Барбарелла, Барбарелла. Да, в моем реестре значится. Что привело тебя ко мне, о Лёлик? Возможно, вы забыли, но на планете Земля есть маленький мальчик, которому вы являетесь. Я забыла? Музы ничего не забывают. Дело не в этом. А в чем же? А в том, что музы питаются мечтами, открытиями и произведениями искусств. Да, нестандартная диета. В переносном смысле. Таков закон. А мальчик не хочет ничего делать сам. Даже мечтать перестал. Все ждет, что я ему готовенькое преподнесу. Музы так не работают. Ах, вот в чем дело. Да, дело именно в нем. А жаль, в будущем из него мог бы получиться известный астроном, открывший людям много нового. Понятно. Спасибо за столь мудрые слова. Извините, что побеспокоил. Разрешите откланяться. У вас все готово? Да! И я не зря летал. Вперед! Я все придумала. Что придумала? Хватит бесцельно мигать звездам. Их надо изучать и знать. Тогда и они будут вновь тебе приветливее. На! Что это? Это набор для сборки телескопа. Там же карта звездного неба. Ух ты! А знаешь что? Давай завтра вместе построим телескоп. Мне нравится. Давай. Спасибо тебе. До завтра. А ты познакомишь меня со своей лирической музой Эвтерпой? И еще я бы хотела познакомиться с Эрато. Тебе еще рано с Эратой. Значит, ты и сам с ней не знаком. Мне кажется, я открыл новую планету. Посмотри.